Avem un moldovean care acum se află în China. David Luțic locuiește de mai bine de 7 luni în Beijing. Predă limba engleză și dansurile celor de acolo. Noi l-am rugat să ne ofere câteva impresii legate de virusul care pare să fi pus toată lumea pe panică. E atât de grav oare? Să vedem ce ne spune el. Ами Дэвид Луцик, я нахожусь в Китае, в городе Пекин. Как вы знаете, в Китае разразилась вспышка гриппа, пневмонии, можно так сказать, коронавирус. Какие новости сейчас были в Пекине? Не выходите на улицы с 4 до 4.30. Будут летать самолеты, и они что-то сбрызнут на Пекин. Такая же новость была и в Шанхае, и в других городах. Это оказалась новость фейк. Следующая новость. В Пекин заблокировали въезды, то есть из других городов и провинций. К сожалению, это тоже был фейк. Государство создало специальное приложение, в котором они отслеживают все фейковые новости. Первое, что мы видим, это дата и время. 11.04. Дальше мы видим, первая красная цифра называется национальный диагноз. Диагностирован был вирус. Вторая цифра, желтая. Подозреваются 5790 человек. Зеленая цифра означает, что число вылеченных человек. И последняя цифра, к сожалению, это количество погибших людей. Место вспышки — это провинция Хубэй, где 1423 человека. Далее мы нажимаем на любую провинцию, и мы видим количество зараженных людей. Теперь давайте откроем Ухань. Опа-на! Смотрите, сколько кирпичиков. Дороги закрыты, особенно вот на выезде здесь и вот тут. Это у нас международный аэропорт Ухань. Про Ухань, вот это правда. Так выглядят прилавки в Ухане. Так очищают вот город, дезинфицируют. Вот так перекрыт сам Ухань, выезд из Уханя. А вот так вот выглядит рынок, где обнаружили вирус. Не читайте какие-то фейковые блоги. Я столько там фейка увидел. Вот, только с авторитетных источников читайте. Сейчас я отправлюсь в город, поеду на своем электроскейборде, покажу, что происходит в метро, отправлюсь в один из крупнейших молов, покажу, что происходит в шопинг-молах в воскресенье, и посмотрим, как китайцы относятся к нему. Сразу скажу, что все будут в масках, я сам поеду в маске, и перед тем, как я отправлюсь, я хочу проверить температуру своего тела. 36,4. Пусто, такое чувство, как будто только я в городе и катаюсь по метро. Вот это одна из самых загруженных веток метро, и она пустая. Даже не знаю, что еще сказать. Пусто, все в масках. Что там еще комментировать? Давайте просто глянем сейчас, что происходит в шопинг-зоне. Так, в общем, смотрите сами. Улицы свободны. Это одна из тоже из самых загруженных улиц, потому что здесь начинаются рестораны. И обычно здесь тысячи людей, а сейчас вообще никого. Все сидят дома. Это фото моего друга, сделанное сегодня утром в метро. Меня, кстати, проверили, у меня температура 36,8, то есть ничего не изменилось практически. Ну что ж, я вернулся домой, в общем, такая вот получилась прогулка по Пекину. Все, что я показал, это все, что я увидел, все, что происходит на самом деле в Пекине. И выводы можете сделать сами.